Врачам первого в Подмосковье маммологического центра, открытого на базе Люберецкой областной больницы, удалось на 10% повысить раннюю выявляемость рака молочной железы. Особый успех медиков в том, что с помощью современного оборудования они способны обнаружить недуг даже на нулевой стадии. О возможностях современной медицины в сюжете Луизы Егиазарян. Лилия Разуваева – мама четверых детей. В прошлом году во время диспансеризации женщину направили в маммологический центр для дальнейшего обследования. Теперь она под пристальным вниманием врачей. Наблюдается в плановом порядке, чтобы быть здоровой. Когда сюда приходишь, охватывает чувство, что с нашей медициной все может быть очень хорошо, если все будут так же относиться к делу, как здесь. Потому что все очень вежливо, все очень вовремя. Всегда позвонят, всегда вот запишут, спросят, когда удобно. Будешь искать, к чему придраться, не найдешь. Всего лишь за год своей работы маммологический центр шагнул далеко вперед. Чувствительное оборудование позволяет видеть мельчайшие изменения в тканях молочной железы. Благодаря этому врачи могут выявить онкологию даже на нулевой стадии, когда раковые клетки еще не проникли вглубь тканей. За год в этом центре выявлено 9 подобных случаев. Касаемо предраковых ситуаций, у нас сейчас есть 3 пациентки, которые активно наблюдаются, у которых на фоне биопсии все-таки были выявлены подозрительные на злокачественные клетки, но не злокачественные, подозрительные на злокачественные клетки образования. Мы успешно прооперировали. Также при послеоперационном морфологическом материале тоже увидели, что есть клетки, которые все-таки подозрительны, не совсем доброкачественные, поэтому они у нас активно наблюдаются. Будут в динамике проводиться им контрольное обследование для того, чтобы нам не пропустить развитие рака молочной железы. По словам врачей, многих женщин пугает, что процедура обследования может быть дискомфортной. Но современный маммограф, которым оснащен центр, абсолютно безболезненный. И что самое главное, благодаря этому аппарату медики спасли десятки человеческих жизней. Луиза Егиазарян, телеканал ЛРТ.